На время больших школьных каникул Москва подготовила для детей большую программу летних развлечений в парках, библиотеках, культурных центрах и музеях. В Гончаровском парке ребят ждут занятия по лепке, обучение брейк-дансу и хип-хопу, а в этнографической деревне Биберево и в парке Ходынское поле – уроки капоэйры. В парке у Джамгаровского пруда проведут творческие мастер-классы. В парке Митина откроется школа юного археолога. В морском центре «Патриот Спорт» начнутся занятия по гребле на шлюпках и управлению парусной яхтой, мастер-классы по основам морского дела и живописи, спортивные игры и соревнования. Проект «Культ лета» проведет более 930 интенсивов по разным направлениям. Среди них изобразительное искусство, хореография, иностранные языки, фотография, поделка, танец и многое другое. Ребята смогут бесплатно посетить более 100 городских и частных музеев проекта «Музеи детям», а учащиеся технопарков Москвы побывать на интерактивной выставке к 20-летию мультфильма «Смешарики». На спецпроекте для подростков «Лето моей карьеры» расскажут о самых востребованных специальностях города. Ребята попробуют себя в профессиях дизайна и архитектуры, кибербезопасности и других.